У меня два прибора. Это радиоскан и Атомфаст. Вот так вот по-разному они работают в условиях естественного фона. Радиоскан показывает вполне адекватную цифру, как и все остальные приборы. Атомфаст всегда не докладывает микрорентген. Сейчас я подъеду к гранитному камню, попробую на нем замерить. Ну, 5,6 микрорентген это не может быть. Это ерунда. Ну, на граните то же самое. На радиоскане 17, 18. В этом фасте 11 примерно. Крышка у радиоскана закрыта. В общем, что-то не то. Сейчас я еще в одно место съезжу. Это около станции метро Таганская. Там улица вымощена гранитной плиткой. Вот там я видел такой эффект, когда Атомфаст показывал показания выше, чем у радиоскана. Но сейчас проверим и задокументирую. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Калужская. The next station is Калужская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Октябрьская. The next station is Октябрьская. Работает. Метро я видел, как Атомфаст показывал фон и больше, чем радиоскан, но в основном на радиоскане все-таки цифра выше. Ну, сейчас я еду по Садовому кольцу, сейчас остановлюсь где-нибудь, померяю. Здесь я это гранитная облицовка. Сейчас попробую померить фон здесь. Замеряю, кстати, абсолютно правильно, на расстоянии метра от земли, как и положено. Ну, радиоскан, да, показывает немножко больше. Хотя не уверен, что здесь какой-то фонящий гранит. Поеду дальше. Странный тут какой-то гранит, слабоактивный, хотя я и такие видел. Но это неинтересно, сейчас я доеду до более активного. Остановился около Павелецкой, замерить. На радиоскане около 20, здесь 13, 11. Тоже ничего не понятно. Вот сейчас одинаковые показания.
Это радует. Ладно. Еще немножко. Мост через Москва-реку. На Атомфасте 24. На Радиоскане 28. Ну, в принципе, похоже. Не буду тут придираться. Вот, смотрите, даже выровнялись. Показания одинаковые. Это радует. Это хорошо. Это хорошо. Приближаюсь к нужному месту. Здесь, кстати, тоже уже гранит. Но мне нужно на ту сторону. Так, придется пока ждать светофора. Вон он. Вот, как я и говорил, вот в этом месте Атомпас показывает больше, чем Радиоскан. Сейчас я попробую еще сбросить. Так что не все так плохо с этим пастом. Где-то фон меньше, где-то выше. Здесь ниже, чем там был. Но в целом Атомфаст здесь показывает более высокий фон. В общем, какие из всего этого выводы? Ну, понятно, что сцинтилляционный прибор и прибор с газоразрядным счетчиком по-разному реагируют на различные энергии распада радионуклидов. Понятно, что одним прибором не обойтись, лучше иметь два. Где-то лучше один работает, где-то другой. Превышение фона они оба показывают. Ну, приблизительно даже похожие. Вот. Но лучше иметь два для полной картины. Но в целом я доволен. Моя душа успокоилась, а то я все переживал, что Атомфаст постоянно занижает показания. Как видим, нет, не всегда. Ну ладно, я уже почти приехал. Потом еще что-нибудь замерю. Надеюсь, что это будет что-то более интересное, чем гранит. Всем пока!